Состояние российской промышленности обсуждалось на встрече Владимира Путина с Денисом Мантуровым. Глава Минпромторга доложил президенту о падении производства в непростых экономических условиях на 3 с небольшим процента и рассказал, что делает правительство для того, чтобы выправить ситуацию. В частности, речь шла о поддержке конкретных отраслей. В целом понятные причины, понятные. Но, тем не менее, мне хотелось услышать ваши оценки все-таки конкретно вот, причины этого падения. Первое. Второе. Меры, которые предпринимались вашим ведомством и с вашей подачи правительством Российской Федерации. На какой срок они рассчитаны? Ну, это среднесрочная перспектива, ближайшая перспектива. Какие инструменты применялись, настраивались и применялись в прошлом году? Правительством в прошлом году был эффективно реализован антикризисный план поддержки предприятий реального сектора экономики, за который отвечает наше министерство. В первую очередь это касается автопрома, сельхозмашиностроения. Была отдельная субсидия, программа по компенсации процентов по кредитам на привлечение оборотных средств предприятиями промышленности. Более 180 компаний получили эту поддержку. Это дало им возможность остаться и на плаву, и обеспечивать реализацию своих производственных планов.